акварель третьей детской музыкальной школы Белгорода с композицией «Солдаты минувшей войны» выступил в числе первых, покорив трогательностью исполнения. Так как мы, можно сказать, последнее поколение, которое видим ветеранов, мы горды тем, что мы исполняем эти песни и можем еще видеть этих людей, которые дали нам мир. На фестивале выступили 32 хоровых коллектива из городов воинской славы – Белгорода, Орла, Воронежа, Курска. Каждый ансамбль неоднократно становился лауреатом и победителем различных конкурсов. Орловский хор на сцене Института искусств и культуры исполнил балладу о детях. Песни военных лет, которые подбадривали наших предков и сейчас, в данный момент, наших дедушек, бабушек и прабабушек. Мы очень хотим исполнить это красиво и с душой, чтобы всем зрителям понравилось. Мы долго очень готовились к этому масштабному мероприятию, и в нашу песню мы вложили всю душу. Каждый хоровой коллектив на суд зрителя представил две композиции на патриотическую и свободную темы. Исполнять можно было без музыкального сопровождения, либо под аранжировку или живой аккомпанемент. Инициатором проведения третьего открытого городского фестиваля детских хоровых коллективов выступила администрация Белгорода, город одного из первых получивших почетное звание воинской славы. Конечно же, еще и воспитательная функция данного фестиваля в том плане, что дети, участвуя в таких замечательных хоровых коллективах, которые есть у нас в городе, получают вот тот заряд коллективизма, тот заряд какого-то духовного воспитания, который, конечно же, нам нужен для нашего подрастающего поколения. По завершению фестиваля дипломами был отмечен каждый коллектив. Также наградили хормейстеров. Диана Калядинова, Александр Поддубный, к этому часу, Белгород.